культурно-досуговом центре «Поведники» прошел межрегиональный творческий фестиваль-конкурс «Я люблю Родину». Вот уже третий год подряд он собирает таланты из разных уголков Москвы и Московской области. В этом году число участников превысило 300 человек. Своих конкурсантов направили 20 культурно-досуговых и образовательных учреждений Орехово-Зуевского, Раменского, Долгопрудинского района, города Лобни и городского округа Мытищи. Фестиваль-конкурс «Я люблю Родину» проходил по 6 номинациям. Художественное слово, театральная постановка, вокал, хореография, декоративно-прикладное и изобразительное искусство. Все конкурсанты получили дипломы за участие, а победители – еще и книги в подарок.